И к другим новостям. Роструд увеличил текущую рабочую неделю. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства. С чем связан перенос выходных, смотрите далее. Начавшаяся с 4 июня трудовая неделя увеличена на один рабочий день. Прийти в офис и на производство придется в субботу 9 июня. В связи с празднованием Дня России выходной перенесли на понедельник 11 число. Поэтому после шестидневной рабочей недели россияне смогут отдохнуть три дня подряд с 10 по 12 июня. Рабочий же день в субботу сократят на один час. Мария Антонова, Александра Томей, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.